Операторная алгебра – алгебра операторов, действующих на топологическом векторном пространстве. Операторные алгебры активно применяются в теории и представлении в дифференциальной геометрии, квантовой механике, в квантовой статистической физике, в квантовой теории поля и в современной классической механике. Такие алгебры могут использоваться для изучения различных множеств операторов. С этой точки зрения операторные алгебры могут рассматриваться как обобщение спектральной теории одного оператора. Операторная алгебра представляет собой множество операторов, на котором определены алгебраические и топологические структуры. В общем случае, в операторных алгебрах используются не коммутативные кольца. Обычно в операторных алгебрах требуется замкнутость относительно одной из топологий, определяемых на операторах. Одним из примеров операторных алгебр являются алгебры фон Неймана, определяемые как астериск алгебра операторов в гильбертовом пространстве с операцией Эрмитова сопряжения. Замкнутые относительно слабые операторные топологии и содержащие один, та же самая структура сопряжения на операторах в гилбертовом пространстве, позволяет строить представление с астериск алгебр в виде операторных алгебр, замкнутых в операторной топологии.